Самая густонаселенная страна Евросоюза Германия привила 50% граждан. Каждый второй житель получил оба компонента антиковидного препарата. Отмечу, в ФРГ проживают больше 84 миллионов человек. Массовая вакцинация стартовала в начале июня. В ней добровольно участвовали как взрослые, так и дети от 12 лет. Минздраве подчеркивает, если такой темп удастся сохранить, то цель достичь коллективного иммунитета будет достигнута к концу октября. Напомню, осенью в стране ожидают четвертую волну коронавируса. Уже сейчас количество инфицированных заметно выросло. За минувшие сутки зарегистрировали около 3000 новых больных. При этом в большинстве случаев врачи выявляют агрессивный штамм «Дельта». В Берлине и других крупных городах появляется все больше мобильных станций, где можно получить вакцину бесплатно и без записи. Я думаю, что получить вакцину очень важно. Благодаря этому можно вернуться к нормальной жизни. Для меня важна свобода, которая открывается для привитых. К примеру, путешествия. Но в первую очередь вакцина уменьшит риск заразиться. Я считаю, что мы просто должны это сделать, ведь мы не знаем, как дальше себя будет вести вирус. Однако каждый решает сам, идти на вакцинацию или нет. Конечно, мы все ожидаем окончания пандемии, но впереди осень и тяжело что-либо прогнозировать. Я так устала от масочного режима, надеюсь, когда многие провакцинируются, защитные средства отменят.